Всем привет! Мы ведем репортаж самой яркой, знаменательной и незабываемой елки в Чебоксарах. А ведут его самые крутые репортеры городского детского медиа-центра «Куча Мала». Поехали! На празднике мы подвели итоги года и показали новую сказку, которую сняли ребята из группы «Непоседы». Раз, два, три, третий В, замри! На елке выступила команда КВН, которая по результатам двух игр заняла первое место в школьной лиге Чувашии. Вы не поверите, но это команда нашего медиа-центра. По настроению было видно, что ребятам в радость снова оказаться на сцене. Вы привыкли видеть родителей серьезными и скучными. Но мы знаем их с другой стороны. Они, как говорится, за любой кипиш. И этот праздник не исключение. Родители так мечтают попасть на уроки в «Кучу Малу», что уже организовали свою группу «Суперстар». Привет, расскажи, как тебе наш праздник? Ой, мне очень понравилось, тут так весело, здорово. Особенно мне понравилось выступление КВНщиков. Расскажи, а как ты готовишься к Новому году? Обычно я готовлюсь, смотря новогодние фильмы, это очень поднимает мне настроение. Потом мы наряжаем елку и накрываем на стол, и наступает Новый год. Новогоднее настроение есть? Сейчас уже да. Как вы думаете, на что зрители смотрят с таким интересом? Не знаете? А мы знаем. Это четвертый выпуск программы «Шок-шоу», которую мы создаем сами. Смотрим. А на какой бы героине из сказок или мультика ты бы женился? Из супергероя. На ком? На Леди Баг? Нет, на Бэтмене. На Бэтмене бы женился? Можешь хотя бы на Харли Квинн? Ну ладно. Здравствуйте! Здравствуй, Дедушка Мороз. Когда мне было 5 лет, я писала тебе письмо, чтобы ты принес мне куклу. А ты принес мне носочки. Почему? Все, что осталось на складах. Скажи, чувствуешь ли ты сейчас себя звездой? Потому что сейчас на празднике все с тобой фоткаются. Нет, я себя чувствую виноватым. Почему? Стыдно за носочки. Лисички, супергерои, принцессы, пираты, богатыри и даже покемон веселились на празднике. Ребята в самых ярких костюмах получили подарки. Отлично, мне дали 5. И это хорошо, пора. Чемалинцы – самая дружная команда. Конкурс «Тортины» показал, что мы не только классно снимаем сюжеты, но и танцуем. Пожелаешь что-нибудь кучмалинцам? Я им пожелаю, чтобы у них было много креативных идей, участвовали во многих мероприятиях в Кучемале, а также в других регионах нашей страны, а также хорошее веселое настроение. Передай привет. Кому? Кому-нибудь. Я передаю привет своей собачке. Собачка, привет, я знаю, что ты меня смотришь. И пусть новый 2018 год принесет всем счастье. Лида Осипова, Рома Филиппов, Саша Васильев, Софья Родионова. С Новым годом!